стекловидное тело, которое здесь в конце, оно как бы совершенно отдельно, оно не имеет отношения к водянистой влаге, оно просто такая желеобразная уже масса другого состава, которая проводит свет. Свет должен все-таки вот сюда попасть, потому что здесь в глубине глаза сейчас будет, я скажу, как это называется, сетчатка, здесь находятся рецепторы.